Быстрее, 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 Соси бебру. Соси бебру. Ребятушки, всем привет, добро пожаловать на мой канал Тикаплей. Мы продолжаем с вами играть в Клея 2, в аниме хоррор, платформер. В общем, давайте, значит, последнее сохранение мы берем с вами. В прошлой серии мы с вами, нам вот эта девочка нанылась, сказала, что там вот это вот... Чего она так это смеется? Че, дура, что ли? Мы, короче, с вами ходили сюда куда-то. Сейчас хочу чисто посмотреть ради интересно, что тут будет, что не будет. Блин, тут так много дверей. А, я в них не могу входить. А вот в эту. Понятно. Короче, нам нужно бежать за девочкой, которая в прошлой серии, типа, была искательницей приключений. И она на свои руки надела перчатки Девы Войны. И теперь она будет, собственно, злой. Потому что Дева Войны, она поражает, как я поняла, разум. И, собственно, человек становится уже не таким уж и человеком. Она забежала, по-моему, наверное, сюда. Вот в эту вот синюю дверь. Это новый уровень, если что. Мы играем за красноволосую женщину. Это еще не Дева Войны. Постараемся быть предельно осторожными. Забираем свечечку. А, нет места. Ну и ладно. Тогда почитаем, что пишут. Дневник Клея. Когда я уже совсем отчаялась, служители магии провели меня через четвертое измерение. Дракон Фейри такая милая в этот мир. С тех пор я иду по пути магии. Если честно, я до сих пор сомневаюсь. Возможно, это все из-за искушений Девы Войны. Я должна продолжать обучение и найти ответы. Вот так вот, понятно? Надо стараться найти ответы. А если не найдешь, то ты лох. Хорошо, пошлите дальше. А, я помню этот уровень. По-моему, он тоже был в демке. А может быть и нет. Тут какие-то... Опа, Дева Войны ходит здесь. Такая деловая колбасня. А может быть, Дева Войны пойдет заниматься своими делами? Там, девовойственными какими-нибудь. Давайте сохранимся, раз уж мы в этом мире, чтобы потом далеко не ходить. Тут есть две двери. И еще одна, кстати, книжка. Давайте ее почитаем. Дневник Кле. Сюда идут служители хаоса. Я их чувствую. Они хотят уничтожить мир магии? Или они идут за мной? Служители магии поклялись, что отобьются от захватчиков. Но я все равно волнуюсь. Не хочу, чтобы из-за меня снова пролилась кровь. Ну, я так понимаю, что этот порочный круг, он настолько порочный. Здесь лежит ключ. Ага. Надо, значит, найти в первой двери какой-то вот такой символ в виде креста и в виде соска женского. Понятно, еще одна дверь. Ну, пошли в эту дверь сходим. Здесь я вижу выемки, значит, здесь можно прятаться. Нет, сердце не стучит, значит, здесь никого нет. А чё? Я спряталась, я в домике. Да чё она хихикает? Ой-ой-ой. Она за мной ходит или что, я не пойму. Она меня обнаруживает. Сюда пришла... О, это же Клея из первой части. Малышка Клея. Помните, мы за нее когда-то с вами играли, ребята. Хорошо, я активировала первый кусочек. Я спряталась. Уходим отсюда просто нахер. Да чё, здесь их две, что ли, я не пойму. Я просто пойду дальше и все. Войду в эту дверь. О, еще одна штучка. Это не та. Ух ты, какая бабочка большая. Так, хорошо, я не помню этого уровня. Это какой-то другой уровень. А, это тоже не та штучка. Но здесь есть зелье. Зелье, которое вроде бы как восстанавливает нам хпшку. Это шкаф или это дверь? Оно просто очень похоже на какую-то реально дверь. У меня такое ощущение, что сейчас сюда кто-то зайдет. Хорошо, первую штучку мы нашли. Теперь нам осталось найти сосочек и его зажечь. Но что-то я не знаю, не вижу нигде сосочка, если честно. Боже, она тоже куда-то постоянно ходит. Так, я здесь был. Что-то делал.
Ой. Я пошел в другую сторону. Я не хочу там никак это связываться с Клеей. Я, конечно, не против. Она девочка вроде бы симпатичная, хорошая была. Но мало ли что там у нее с головой стало за все эти годы. Я ж не знаю. Надо сколько времени провела. Надо найти сосу... Тихо, спокойно. Я думала, все, меня убили, а я только сосочек активировала, слышь? Ко мне пришли сюда тихонечко. Это Клея. Заходи, ты что ты делаешь? Ты что? Уходим теперь отсюда. Уходим тихонечко, такие ля-ля-ля-ля-ля. Все, до свидули, писюли. Я пошел гулять до шули. Так, я не помню, куда дальше. Наверное, куда-то сюда. Да, господи. Быстрее прячься, быстрее, быстрее, быстрее. А может быть, она добрая? Да не, на добрую не похожа. Просто такое ощущение, что с той стороны тоже... Опа, она туда пошла. Ну, а мне-то туда и надо. Как мне туда попасть, если там она ходит? Понимаешь? Иди туда, проверяй в ту сторону. Быстро пошла. Так, и чё? А я чего-то не понимаю или что? Да иди ты в очко. Дай сохранюсь. Да. Пошли в звездочку. Не знаю, звездочка закрыта. О, звездочка закрыта. Ладно, я сохранилась, так что уже не страшно. За мной идут. Но как идут, так не дойдут. Хорошо. О. А, мы отсюда пришли. Мы отсюда с тобой пришли. Я запуталась, реально. А прикинь, если сейчас все придется начинать сначала. Насколько это будет обидно, если нам реально сейчас придется искать все вот эти предметы сначала? Надеюсь, что не придется. Потому что, ну, мы же типа их активировали. Надо как-то это все, эту конструкцию опустить. Может быть, какую-то найти штучку, которая их опускает. Сейчас посмотрим. У меня какие-то шрамы проступают на лице. Это не очень хороший знак, наверное. Значит, меня поглощает хаос. Поглощает именно. Именно поглощает, а ты что думал? Сохраняться мы сохранились. Так что я пока не буду сохраняться, потому что мало ли все сбросилось. Не хотелось бы начинать сначала. Ну да, вот они горят. Со скейте. Не понимаю, если честно, что делать. Ладно, давайте просто ходить. Да ладно, она реально так меня слышит здесь. То есть здесь мне надо ходить осторожненько, я так понимаю. Ну а если я не хочу... Ой, да пусть она меня убьет, и я начну сначала. Иди сюда. На. Еще она мне скажет. Зазерот! Все? Конец просто. А, удивительно то, что многие говорили до этого, типа, всякие штуки, а это не говорит. Странная какая-то девочка. Ладно, я активировала сосочек. И я активировала вот этот крестик. И что теперь мне делать с этим? Оно активированное. Наверное, надо искать что-то дальше. Пойдемте искать и надеяться, что рано или поздно мы найдем. Ну, Клея затрахала. Ну, иди ты в жопу, а. Ну, неужели ты не можешь пойти куда-нибудь в другое место? Тут месту завались. Одни двери. Ходи и что хочешь, делай. Нет, надо меня вот это вот бесить. Быстрее, 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 быстрее. Соси бебру. Соси бебру. Я так понимаю, то, что теперь мы вроде бы как активировали вот эту вот херню. И, наверное, она теперь опустилась. И мы теперь сможем взять ключ. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь. Но сейчас посмотрим. Я активировала в итоге какой-то другой совершенно механизм. Но я слышала, что что-то опустилось. Вот. А чё раньше? В смысле у меня нет места? А как мне открыть инвентарь?
Ну, давай использовать. Да, взять звездный ключ. Так, надо отсюда убежать, потому что у меня наконец-таки он есть. Нельзя умирать. Вообще ни разу нельзя сейчас умирать. Надо сейчас взять, сохраниться с этим сраным ключом, чтобы он у нас с тобой был. И все было хорошо. Надо что-то повыбрасывать. Выбросить. Потому что у меня слишком много свечей. А, пока... Куда ты? Вернись! Чека, выбери магическую свечу. Ты дура, что ли? Сейчас она придет, мне тут надает. Нельзя, у нас ключ. Это было писец, сейчас опасно. Сейчас бы сдохли от какой-то маленькой сраной девочки. Уходи нахер отсюда. Надо успеть сохраниться сейчас. Это все, что я сейчас знаю. Пошли в звездочку. Наконец-то мы раскрыли звездочку, и у нас новая локация. А теперь что? Сосочек и какую-то херовину. Хорошо. Вон там девка за... А, подожди. Подожди, подожди. Значит, сосочек, херовина. Три штуки, крестик. Хорошо. Блин, сейчас будет гораздо сложнее. А, дорогие мама, папа и Эд, с трагедии в особняке Утлоков прошло 4 года. Вы говорили мне не винить себя, но мне все равно очень жаль. Голос Девы Войны становится все громче. Мама, папа и Эд, пожалуйста, приглядите за мной из мира рая. Очень мило. Закрыто здесь. Нужно сюда забрать треугольный ключ, собрать, вернее. А чтобы его собрать, нам нужны всякие штучки. Я так понимаю, их нужно включать в другом мире. То есть не здесь, а там. То есть надо нажать сосочек, вот такую хрень, и опустится первый фрагмент ключа. Вэу, вэу, вэу. Ну, поехали, чё. Давайте мы теперь знаем, что, собственно, делать. Какие штуки нажимать. Пойдем. Мы опять идем в ту самую даль. Представляешь? Я просто не помню. Я помню сосочек... Угу. Сейчас тебе, ага. Размечталась меня поймать. Хер там плавал, поняла? Вот эту херовину надо здесь нажать. А потом нажать сосочек. Я не помню просто, где был сосочек. Может быть, здесь? Да, вот он. Ну, херовина близко, это хорошо. Залезаем в шкаф. Нам главное нажать успеть. Остальное не важно. И забрать этот ключ, кусочек, чтобы он был и сохранится. Тогда у нас все будет с тобой на мази, и нам нечем будет беспокоиться. Сейчас нужно нажать херовину. Ну, пойдем за ней. Блин, я надеюсь, мы не... Нет, самое. Это было где-то здесь, по-моему, да? Да. О. Хорошо. Так, она нас палит. Она нас палит. Палит, палит, палит. Идет сюда проверять. Хорошо, мы, получается, с вами сейчас достали один кусочек ключа. И надо будет сейчас достать второй кусочек ключа, но перед этим мы его заберем, сохранимся и будем честь знать и вообще надеяться на хорошую, прекрасную жизнь. Блин, а можно я вот так тебя призову? О, смотри, что здесь есть. Видал? Эликсир. И вот эта палка. Палка, по-моему, первая нажимается у ключа. Но я на всякий случай хочу забрать тот ключ. Сейчас клей здесь пройдет. И мы с тобой такие выходим, деловые колбаски, и валим отсюда. По-моему, сюда. Потом сюда. Да, иди нахер. Пошла в жопу, поняла? Вонючка. Бежим, 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 бежим. А, сохраняемся. Да, сохранится. Заходим сюда. Я просто хочу сразу забрать вот этот ключ. Все. Есть контакт. У нас есть ключ.
Блин, надо было посмотреть. А здесь можно прятаться, если что? Или я здесь в безысходной ситуации? Не, можно. А, значит, три полоски и крестик. И тогда мы соберем вот этот ключ в виде треугольничка. Нормально. Живем. Жив, цел, орел. Могу, умею, практикую. У нас теперь есть с вами вот эта вот штучка. Ключик. Сейчас второй соберем. И у нас будет полноценный треугольник. Пойдем. Я не боюсь клея. Я, в принципе, поняла, что тут бегать вполне себе реально. От них убегать. Они не такие умные, как могли бы казаться до этого. Во, видал, она убежала куда-то. Сохраняюсь еще раз с ключом. Пойдемте, значит, ищем три полоски вертикальные и крестик. Она прям там что-то бегает. Три полоски я найду. Сейчас дам тебе стащияс. Это точно не три полоски. Здесь, по-моему, был крестик. Вроде бы как. Или три полоски. Давай, три полоски. Есть. Три полоски. Теперь осталось найти крестик. Давайте сюда призовем Клея. Чтобы она сюда прибежала на шум. И наделала своих дел. Типа, чтобы она проверила. А кто это тут бегает по ее этому, собственно, замку? А что это она? Где? Клея! Ой, бежит, 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 бежит. Ее просто до этого не было слышно. Они меня тоже ловят. Нихера себе, я не знала, что они меня ловят. Так, ключ есть, значит, все зашибись у нас. Жизнь, кайф, жизнь это хорошо, жизнь это чудесно, жизнь это прелестно. Сейчас соберу ключик, открою треугольник, и, видимо, мы будем делать все то же самое, что и здесь. В принципе, уровни пока что простые, но вот есть небольшие, конечно, сложности и бесячести, которые прям вот бесят. Ну, что поделать? Ну, ты какого хера ты здесь-то была? Ты до этого здесь не была ни разу. Тут такая вдруг решила здесь походить. Ну, ты не это самое, не дурашка. Мне кажется, дурашка. Пошла в жопу, щитуя, ша-ша-ша-ша. Тут меня какие-то мантры читают. Знаешь, куда свои мантры засунь? Штаны себе. Так, я на всякий случай вот сюда зайду. Она вроде бы куда-то туда... Да иди ты на... Мелкая, иди нахер отсюда! Хер ли ты за мной ходишь? Иди бегай в другие места, там посмотри, что там твои клоны делают, чем занимается твоя атака клонов, я не пойму. Нет, докопалась до меня, ты представляешь? Бляха, она до сих пор за мной бежит? Спасибо и на том. Есть контакт. Надо ее сюда призвать. Прячемся. Да прибежит она сюда или нет? Во, пришла. Иди проверяй, кто там бегает. А мы отсюда уходим. Идем искать поиски крестика. Загадочный крестик. Где же он? Где же загадочный крестик? Мне что-то кажется, что он где-то здесь. Давайте искать загадочный крестик. Да иди нахер, а. Так, это загадочный сосок. О, бляха, это загадочный сосок. Ребята, это загадочный сосок. Нам нужен загадочный крестик. Никаких загадочных сосков, только крестики. Потому что соски у нас как бы есть. Бежим. Она типа не понимает, что она не выкупает наш стиль. Значит, смотри, загадочный крестик. Где он может в теории быть? Наверное, где-то с этой стороны. Так, отстань, да-да, чиша. Вот, по-моему, здесь был загадочный крестик, по-моему, насколько я помню. Да, вот он. Оп. Все, есть, опустили, есть контакт. Теперь ждем, пока сюда придет Клея, чтобы пойти забрать ключ и продвинуться, собственно, дальше по сюжету и по сегодняшней серии. Мы, в принципе, я считаю, неплохо идем. Не так часто умираем, как могло бы быть. Кстати, считал ли ты или считала в комментариях, сколько раз я уже сдохла? Пиши, кстати, в комментарии. Мне почему-то кажется, что, ну, буквально раза 3-4... Но вполне может оказаться, что и больше. Мне надо ее отвлечь, чтобы она пошла там посмотрела. Чтобы я потом спокойно не нарвалась на нее. Выходим. Бежим.
Бежим, 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 бежим. Она всего лишь тупой ребенок, а мы умная взрослая тетка. Ну, именно вот это вот я имею в виду. Все, спокойно. Здесь сейчас она не должна за нами побежать. Нам главное сейчас забрать ключ, собрать его и спрятаться. Здесь вроде бы как есть где прятаться. Забираем эту хрень. Все. А треугольник здесь. А, так давай пойдем. А, его надо, наверное, собрать сначала. Давай сначала соберем. Я так понимаю, нужно взять и объединить части. Вот, видишь, получился треугольный ключ. Так, она сюда пришла. Вот сейчас лучше не рисковать, потому что мы не сохранялись. Но мы как бы перед этим сохранились, значит, в принципе, можно особо не очковать. А у нее, небось, все ключи от двери, она как ключница, у нее прям такие, знаешь, свисают вот эти вот ключи. Все, видишь, она убежала. Сыкуха, потому что. Сыкли не доделан. Так, мы открыли треугольник. И что бы это значило? И чё? И что это такое? Вам удалось сбежать. Не попадаться на глаза, не ходить, не бегать. Короче, я все через жопу здесь сделала, но пошли вы нахрен. Зато мы быстро относительно прошли с вами серию, и все у нас было норм. Ты предала меня и уничтожила мою семью. Поздно искупать грехи. Хватит сопротивляться. Прими хаос. Хватит. А это Дева Войны такая идет. А, это кто? Что за... Вас двое? Покажи свое истинное обличие, самозванка. Ты достаточно нам противилась, Клея. Чего ты добьешься в одиночку? Всего, что смогу. И я и так слишком долго была для всех обузой. Что ж, я лично отправлю в ад вас обоих. И о нас не забудь. А это кто такие? А это кто? Служители магии. Твое время, наше время, дитя. Таков путь магии. Спасибо. Похоже, мне предстоит еще многому научиться. Мы с вами еще не закончили. Короче, эта Дева Войны притворялась Клея, настоящая Клея. Вот, рада тебя видеть, Флорин. Правда? После того, что я натворила? Мама, папа, Эд, я по ним до сих пор скучаю. Я не хочу больше никого терять, в чем бы они ни были виноваты. Я прощаю тебя, Флорин. Теперь ты постарайся простить себя. Ты такая добрая девочка, Клея. А потом она воткнула нам нож в спину, и на этом как бы все. Готово! Новая прическа! Спасибо, Мэй! А теперь твоя очередь! Мэй, вот ты где! Это батька пришел? Папа! Портал Мирхауса открыт, нам пора. Что-то не так? Нет. Эх! А бабочка летает, порхает в небесах. Ночная бабочка, ну кто же виноват? Я к ней тоже пришла. Ты почти успела. Мы только что ушла со своим отцом. Тогда не будем терять время. И побежала, а сохранится. Куда ты побежала-то? Вот сюда? О, это дура опять. Дальше я сама справлю, Флоренс. Это не соревнование, Нэнси, и не игра. Можем объединиться, так будет безопаснее. Спасибо, я обойдусь. Я должна добиться своего одна. Дебилка тупая, как хочешь. Реально, она тупая идиотка, которая постоянно что-то бегает, что-то хочет, вообще достала. Красная дверь у нас как бы теперь на наших как бы с вами глазах открылась. Я думаю, что на этом давайте с вами закончим. Пишите, как вам эта серия. Но увидимся мы с вами уже очень скоро, так что я не прощаюсь.